Бывшие влюбленные продолжают устраивать в социальных сетях друг другу откровенные подстрекательства. Как выяснилось, герой телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев уже давно позабыл о том, как во всеуслышание клялся Ольге Бузовой в своей неземной любви. Судя по информации, которую на сегодняшний день продолжают обсуждать в сети, Лебедев является весьма любвеобильным мужчиной, который с легкостью может распрощаться с одной избранницей и переключиться на новую пассию. Ведь недавно Денис сам лично объявил о том, что у него появилась новая девушка, которую зовут Анна Лагутина. Сейчас же многочисленным интернет-пользователям приходится наблюдать за типичным поведением бывших влюбленных, которые после расставания пытаются хоть как-то задеть друг друга с помощью едких постов в Инстаграм. А сейчас Ольга и Денис и вовсе устроили чистой воды показу, которую сплели из многочисленных провокаций. Доказательством этому являются свежие публикации Лебедева, на которых он то и дело показывает свою новую возлюбленную и указывает на то, что он уже давно позабыл о прошлых отношениях. В свою очередь, Бузова не упускает возможности ответить Сыровару, намекая на то, что он стал для нее очередным мужчиной Wi-Fi.